В Крыму началась ежегодная всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Ее главная цель – сбор средств для оказания высокотехнологической помощи ветеранам боевых действий. Добровольцы движения «Волонтеры Победы» распространяют значки «Красная гвоздика» в общественных местах – в скверах, парках, на площадях и в торговых центрах. Стоимость значка – 50 рублей. Акция проходит во всех муниципальных образованиях Республики Крым. По всей стране она продлится до 22 июня. Ее организатором выступает благотворительный фонд «Память поколений». Собранные в ходе акции деньги будут перечислены на счет фонда и затем направлены на нужды ветеранов. По итогам прошлогодней акции волонтеры закупили для Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн медицинское оборудование на общую сумму почти 4 миллиона рублей.